Нижневартовск готовится отмечать юбилей. 9 марта столице Самотлора исполнится 50 лет. Город уже начали украшать к празднику. На улицах устанавливают баннеры с признаниями в любви к городу. На автобусы клеят наклейки. Подробнее о том, как преображает город к празднику, расскажет Регина Гауфе. Очистить поверхности, примериться и можно клеить. Такие панорамные наклейки, посвященные грядущему юбилею города, украсят три десятка городских автобусов. Здесь и эмблема 50-летия, и главный символ города – памятник покорителям Самотлора. Или, как его ласково зовут в народе, Алеша. Глава города дал поручение, да, начать мероприятие по украшению города нашего, в том числе и транспорта, которым мы сейчас и занимаемся. Мы вышли с инициативой на руководителей предприятий наших ПТП-2, ПТП-1. Предприятия обратились в рекламное агентство, да, разработали макет, и, собственно, вот мы его сейчас наблюдаем. Одномоментно оформить все автобусы, не сорвав график движения общественного транспорта, невозможно. Поэтому украшают их по одному, порой по ночам. Однако в течение 2-3 дней работу планируют уже завершить. У кого посвободней, тот и заезжал для того, чтобы не срывать графики работы автобусов. Конечно, в честь нашего города мы с удовольствием всегда принимаем предложения администрации по оформлению внешнего вида наших автобусов. Не только общественный транспорт, но и общественные пространства преображают ко дню города. Так, на растяжках над проезжей частью в трех местах уже установили баннеры с поздравлениями и признаниями любви к Нижневартовску. Такая конструкция называется костер из-за особенности расположения флагов на этом флагштоке. Если посмотреть издали, действительно получается настоящий костер из сине-бело-зеленых орнаментов в нижневартовском стиле. Всего их ко дню рождения города установят аж 20 штук. Эти конструкции уже использовались на 9 мая и во время проведения федерального сабантуя. Сейчас они украшают набережную. Раньше у Нижневартовска был лишь десяток таких костров. Ко дню города их число удвоится. Планируется в ближайшие дни у нас новые арт-объекты. Это кубы с символикой празднования Дня города. Вот. Ну и в дальнейшем будут установлены консоли на мачтах освещение нашего города, ну и лайтбоксы, которые у нас в 15 остановочных павильонах присутствуют, также будут украшены дополнительными баннерами. Закончить с украшением собираются к началу марта. Всего над улицами города будет развиваться примерно 2,5 сотни флагов с праздничной символикой. Кроме того, добавить улицам красоты призывают и предпринимателей. Регина Гауфа, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.